Привет! Привет, друзья! Привет-привет! Смотрите, кто у меня на кухне. На кухне Cooking Time. Моя мамочка. Она прилетела ко мне в гости в Торонто. Уже достаточно давно прилетела. Сколько ты уже здесь? 3 недели. Уже освоилась. Уже, мама, все, уже практически канадка. Уже бегает по Торонто самостоятельно. Все знает. Магазины все обошла. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, следит за моим инстаграмом, уверен, нас не потеряли. Потому как и в инстаграме я делился фотографиями, и в телеграме периодически что-то пишу, чтобы не пропадать. И, кстати, на канале о путешествиях, на своем новом канале о путешествиях Travel Time, тоже выкладываю уже влоги о наших прогулках по Торонто и не только. О замечательных прогулках. Да, особенно в такой хорошей компании. В общем, мы тут вовсю гуляем, как видите, подзагорели, особенно кто-то, ну так пока, так и так. Там пока все белое, потому как в основном загар такой, от прогулок. Ну, а решили, что надо приостановиться немного и что-нибудь приготовить, тем самым заодно и вас порадовать. А мне хочется сына моего накормить вкусно. Знаю, что многие любят готовить по маминым рецептам, готовили уже и чебуреки, и кулич, помнят нашу серию дачных рецептов. В общем, обязательно будет что-то новое. У мамы там, я уверен, много в запасе всего. Есть, да. Ну-ка, дай-ка затравочку, что будем готовить? Голубцы, драники, рогалики. В общем... И, возможно, чичиге. И, возможно, чиджиге. Что такое чиджиге, тоже узнаете в процессе. В процессе съемки рецепта. Если у вас есть какие-то идеи, что мама могла бы приготовить такого вкусного, домашнего, что вам хочется увидеть в ее исполнении, обязательно напишите в комментариях. С удовольствием к ним прислушаемся, к вашим пожеланиям. Ну и просто пишите что-нибудь в комментариях. Ваши комментарии всегда приятно читать, всегда радуюсь, улыбаюсь. Маме тоже всегда приятно их читать. В общем, обязательно что-нибудь пишите и ставьте лайки, как свидетельство того, что хочется быстрее увидеть следующее видео. Ну и обязательно подпишитесь на телеграм, на инстаграм, на мой канал о путешествиях. Если здесь тихо, то там обычно происходит какая-нибудь движуха. Для того, чтобы, опять же, не терять друг друга из виду. В общем, скоро вернемся сюда, на кухню, и обязательно что-нибудь замутим, чем-нибудь вас порадуем. Ждите серию маминых домашних рецептов на канале Cooking Time. А у нас тут в очередной раз отличная погода, мы пойдем прогуляемся, может быть, что-нибудь там поснимаем, а вы посмотрите потом видео о нашей прогулке на канале Travel Time. С вами был Саша. Мама. Cooking Time. Пока-пока. Пока-пока. Привет. Привет, друзья. Привет. Смотрите, кто у меня на кухне. Моя мамочка. Да? Наверное. Сомнения нет. Привет, друзья. Привет. Что-то в Торонто стало прохладно. Высунули нос на улицу, подзамерз. Решили ехать греться. Посмотрели, что в Монреале тепло, почти лето. Вот отправляемся туда, на прогулку. Вперед! Привет. Привет.